Но это мой самый старый, не пройденный, но не дропнутый Эвиденс, получается. Может и вообще пангейм. Все остальное либо прошел, либо дропнул. Ну, имею в виду то, что старее. Был скромный прыжок. Что я делаю? Стоп, я что-то вообще не так прошел. Я не понял, что я сделал. Это так, как кусок говна. Ну, как-то так. Фух. Отмучено. Всего-то понадобилось. Сейчас открою, когда сейф был создан. У меня же могу дату создания файла посмотреть. Дата создания файла 14 сентября 2016 года. 21.23. Получается 17, 18, 21, 5 лет и, ну, короче, 5 лет и 2,5 месяца.